А вот 1,5 грамма марихуаны обнаружили у одного из пилотов авиакомпании Air Astana. Инцидент произошел во время таможенного досмотра в аэропорту Алматы. Сообщается, что летчик уже находился в состоянии наркотического опьянения, но пока неизвестно, управлял ли он самолетом под воздействием наркотиков или принял их уже после посадки воздушного судна. Пилот водворен в изолятор временного содержания. Ему предъявлено обвинение по статье 286 Уголовного кодекса «Контрабанда наркотических средств». Она предусматривает до 5 лет лишения свободы. Как отметили в департаменте госдоходов, для того, чтобы восстановить всю картину, будут проведены дополнительные анализы и следственный эксперимент. Сразу же после инцидента, а он произошел 2 марта, пилот был уволен. В авиакомпании существует нулевая терпимость к употреблению сотрудниками алкоголя или наркотиков. Авиакомпания регулярно проводит тестирование экипажа на наличие в крови алкоголя или наркотических веществ методом произвольной выборки. Быков Роман на сегодняшний день не является пилотом авиакомпании, так как сразу после выявления данного факта был уволен.